Что слышу я, прокуратор? Ты угрожаешь мне после приговора, отданного тобою самим? Может ли это быть? Мы привыкли к тому, что римский прокуратор выбирает слова, прежде чем что-нибудь сказать. Не услышал бы нас кто-нибудь? Что ты, Каифа? Кто же услышит нас сейчас здесь? Разве я похож на юного юродивого, которого сегодня казнят? Мальчик ли я, Каифа? Знаю, где говорю и что говорю. Оцеплен сад, оцеплен дворец. Так что не проникнет даже мышь ни в какую щель.